Лепших аратих визначили у Могилевской области и местали Виктор Рудько с господарки жилища Кировского района и Миколай Кубриков с открытого акционерного товариства Леснянский агро Славгородского района. Механизаторам довелось пройти отбор на районном этапе. У финале областного конкурса у поле Калявёски Мосток за звание лепших спрашались 42 удельники, по два с каждого района. Усе яны прошли специальную подрыхтовку. Комбайн с поля, плуг у баразну. Менавіта так казали наши продки, коли починали летнее ворова. Гэту приказку узгадали и организаторы конкурсу аратых. До спаборництва урыхтавалися механизаторы, нават прайшли специальную вучобу. Землю арать – это так само наука. Первый год я ездил на Минск учиться на МТЗ-3022. Потом учился в горках. Чему учили? Как отрубить, сеять, пахать. Регулировка плуга, регулировка сеялки. Работать надо, чтобы быть хорошим пахарем. Гордость какая-то есть, что можем работать. Апошние приготовления и тракторы отправляются на заходную. Равномерность у вахода и выхода, минимальная хвалистость у спаханной глебы, промолинейность и глубиня – основные показчики, которые требуют вытримать под час поборництва. Так, средняя глубина спашки получается 20 сантиметров. Это хорошо? Да. По правилам соревнований от 19 до 21 сантиметра допускается глубина вспашки. Конкурс «Араты» хладится на Могилевщине в другой раз. Механизаторы тут не только спрачаются помеж собой за узнагороду, але и учатся один у одного. А потом переносить мастерство у свою господарку. Значительно улучшилось качество пахоты. Соответственно, экономический эффект улучшился от этой работы. Человек, наверное, гордится тем, что он из своего коллектива или в хозяйстве, или из района победил в районном конкурсе и вышел участвовать в области. Конечно, это определенный вклад и ответственность на человека накладывает. Алина Соловьева, Александр Артемьев, «Новини регион».